Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание. Так, уничтожив запасы пороха, мы остановили продвижение испанской армии, но нас предали. И результаты нескольких месяцев работы оказались под угрозой. Продажный королевский архитектор согласился показать Ахеди тайный вход в город. Они встречаются в заброшенном районе на окраине Гранады. Его будут хорошо охранять, но мы все равно должны успеть первыми и заставить предателя замолчать. Ну что же, как вы поняли, ребят, мы идем с вами сегодня на сюжетку. «Шпион среди нас» называется миссия. И мы выбираем для себя подходящих ассасинов. Так, ну что, в принципе, компашка неплохая, но я, наверное, буду менять. Нам здесь понадобится стопудово медик. И поэтому, скорее всего, мне придется убрать Луизу или Агилара. Вот я сижу и думаю, кто же... У Агилара мощь-то будет побольше, да? Немножечко. Так, ладно. Нам здесь нужна будет акробатика, скорее всего. Поэтому, Агилар, ты уж извини... Мы оставляем Луизу, берем Клаудию и выдвигаемся. Ну, если что-то у нас не получится, конечно же, мы с вами заменим потом по-другому все. Так, нам нужно немножечко подхилить Луизу. Отлично. Подожди, подожди, вот так вот сделаем, ага. И все, по-моему, остальные у меня... Так, Агилар нам не нужен. Ага, у Беатрис мало здоровья. Давайте тоже ее немножко подлечим. 30%, да, в принципе, достаточно будет. Ну, я остался только Луизу посмотреть, а у нее все нормально. Ну что, бойцы мои готовы. У Клаудио опять, как всегда, мало здоровья. Да ладно, фиг с ним, она у нас не основной боец, она лишь медик. Я думаю, что так будет простительно. Ну что же, цель нашего задания — это убить предателя. Смотрим. Мы можем с вами пойти наверх, можем пойти прямо. Ну, наверху, я так думаю, будет опасненько. Давайте пойдем просто прямо. Здесь, конечно же, нам поможет Беатриска. В принципе, без проблем она должна будет справиться. Юный головорез плюс громила. А здесь у нас обычный головорез. Нет. Я боюсь, Луиза здесь провалится. С крахом. Поэтому придется Беатриска все-таки играть. Ну, главное, вон того, вон громилу забомбить. Это самый жесткий враг. Если головорезка сейчас у нас упадет... Опс, что за дела, я не могу понять. Беатрис, держись на ногах. Черт, отлично. Громила упал. Это уже хорошо. Смотрите, у нас дальше вариант. Либо идти прямо, либо подняться повыше. Слушайте, может быть... Давайте поднимемся. Тут как-то попроще, мне кажется. А ну-ка давай, братки, подбежали, получили. Так, парирование, естественно, ребят. Без парирования нам никуда. Все, сейчас упадут. Сейчас будет один за другим падать. Ну, ах, ты не упал, гаденыш. Теперь упал. Двигаемся далее. И тут у нас испанский солдат стоит. Одиночка. И там тоже одиночка. Ну что же. Давай, Беатрис, родная. Я думаю, ты справишься. Хотя уровень сложности средний. Но это не страшно. Опа-на, опа-на. Так, погоди-ка, мы так не договаривались. Паршивец этакий. Все, готов. Угу. Выбор только идти прямо. И все. Но он один. Очень сложно. А вот это плохо, ребят. Вот это плохо, потому что мы можем здесь слиться. Так, ну что, все? Так, Беатрис, готово? Погнали. Накумариваем его как можно быстрее. Он тоже с двухручника, поэтому инициативы у него будет мало. Парирование, кровотечение. Теперь надо только уворачиваться, и все. Ну, в принципе, я вам скажу, что да. Да, мы здесь одержали победу. Причем довольно хорошо. Ага, а вот и чувачок, которого мы должны с вами ликвидировать. Хе, так, не убивает. Да, у Луизы, к сожалению, нет, ребят, скрытых убийств. Поэтому приходится нам вот Беатриской, как всегда. Что, даже диалога никакого не было? Странно. Ладно, дедуля, придется тебя немножко наказать. На 3 звезды. Ух ты, погоди-ка, погоди-ка, а это что такое? Я думал, что мы прошли. Ахеда,
Вы убили моего осведомителя. За это я уничтожу вас. В последний раз вы встали на моем пути. Подойди, ассасин. Сейчас все решится. Да неужели, Ахеда, елки-палки. Ты ж... Наверное, сейчас опять убежит. А ну-ка попробуем, ребятушки, его разобрать. Нифига у него здоровье, 3000 было. О-хо. Против моих... Так, погоди, ребята, очень опасно. Слушай, ну мы его разбираем, как вы видите. Так, секунду, парирование нужно поставить. А то вдруг попадет. Ахеда, да падай ты уже, а? Достал тут выделываться. Е! Проклятые ассасины! Я слишком тяжело ранен. Я не смогу. Это боль, я должен отступить. Это еще не конец, ассасины. В следующий раз я убью вас. Понятно, где-то я уже это видел. Опять толкнул, опять сбежал. Ну что же, как вы понимаете, что мы должны будем уже преследовать Ахеду и в конце концов должны его наказать. Но все равно мы с вами задание завершили на 3 звезды, что не может не радовать. И мы переходим с вами на последний этап. Вау. 60 качественной кожи. Вот это хорошо, это то, что мне нужно. Мне нужна кожа и, ребята, слитки стали. Это самый основной сейчас ресурс. Ну что же, у нас падение гранаты, 17 этап, уровень 30. Ну что же, попробуем, конечно же. Дневник Агилара. 1120 мощей нужно. В течение многих лет братство делало все возможное, чтобы защитить гранату и яблоко Эдема, находящееся у султана. Несмотря на все наши усилия и жертвы, Тарквимада преуспел, и орден тамплиеров под личиной армии Испании захватил город. Тарквимада и солдаты Инквизиции входят в Альгамбру, и мы не можем им помешать, угрожая сыну султана, они вынудят правителя рассказать, где находится яблоко Эдема. Мы не позволим тамплиерам заполучить его. Ну что ж, ребята, в принципе, все понятно. Мы с вами должны убить вот этого вот пастыря. Команду я, наверное, менять не буду, оставим такая, как она есть, а там уже будет видно. Ну что же, 6 энергии тратим, поехали. Если Тарквимада сможет завладеть яблоком Эдема, он захватит власть над Испанией. И тогда пострадают многие, говорит Луиза. Но мы должны добраться до него, пока он не нашел яблоко, любой ценой. Однако мы должны быть осторожны, надо как можно дольше оставаться в тени. Вот оно как, да? Не дайте Тарквимаде добраться до яблока Эдема. Ёлки-палки. У нас, походу, нет другого пути, только как наверх. Ну что же, Луиза, по-моему, твой выход. Давайте попробуем. 68%, это хорошо. Смотри-ка, неплохо у него получается. Но не стоит забывать и того, что для прохождения этой миссии нам нужно очень много мощей. К сожалению, я пока не дотягиваю. Так, что у нас там? Испанский солдат. Ну что ж, давай, Беатрис, попробуем. Ну-ка, размашистый удар. После него сразу же будем ставить парирование и добивание. Так, тихо, тихо, тихо. Да что такое-то? Вот, отлично. Что у нас дальше? Ё-моё, а теперь надо спуститься. Ну что же, Луиза, опять, по-моему, придется делать тебе. Офигеть, грубо говоря, мы с вами столько энергии потратили для того, чтобы перепрыгнуть эту башню. Ладно, все, акробатики у нас больше не осталось. 18%? Да это ж, это нереально. Ёлки-палки, она у меня не мастер скрытности, к сожалению. Но я попробую. Ну, заметит, так заметит, придется уже драться. Посмотрим, как у нас получится. Ну, естественно, ребят, это предсказуемо было. Опачки. Давайте делать калечащий удар. Так, ну что, скорость мы ему снизили на 60%. Но вы знаете прекрасно, что Луиза в плане физической атаки очень слаба. Несмотря на то, что у нее стоит Крис, толку от него, как говорится, никакого. Мы здесь можем выиграть только за счет того, что будем уклоняться, и этот солдат как можно реже будет бить, потому что он калека. Ну, получается так. Мы его сделали калекой. Как видите, перки на нем висят.
И за это время нам нужно его ликвидировать. Но я почему-то сомневаюсь. Так, ребята, яд спал с него. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж происходит-то? Ну, давай так. И добивочный. Нет? Ой, промахивается, это хорошо. Все, ребята, ликвидировали мы его. Но здоровья, как видим, у Луизы очень-очень мало. Блин, а тут опять у нас прыжки. Беатрис, 5% на то, чтобы перебежать или перепрыгнуть. Рискуем, рискуем. Ой-ой-ой. Да ладно, ничего себе, сколько здоровья отобрало. Слушайте, я боюсь, что... что мы здесь с вами потеряем, Беатрис. Ай. Вот тебе и да. Ну что же, Клаудио, придется тебе. Я знаю, что... Не, ребят, это не вариант. Тут нужно оставлять как можно больше акробатики, чтобы перепрыгивать, перебежать, вот это все без потери здоровья. Милосердный убийца. Но мы пока не можем воспользоваться, потому что... Да ну, хорош. Вот тебе и раз. 30% тоже мало. Ха, да, ребята, слились. Ладно, попробую, короче, еще пару заходочек сделать. Ну, если не получится, ребят, то уж не обессудьте тогда. Но, судя по всему, даже такой командой нереально пройти. 55%. Ну, отлично, хорошо, перепрыгнула. Давай здесь, не подведи, родная моя. Ай, да чтоб тебя. Ну, ей еще подниматься. Нет, по-моему, все. Хотя, подожди, может быть, не все. Да. Беатрис, ну... тебе уж явно здесь это все не по зубам. Оу, уже полздоровья нету. И сейчас еще и здесь. Не, опять нереально. Блин, ну давай по-другому как-нибудь попробуем. Мне лично кажется, что банально не можем пройти из-за того, что у нас не хватает мощей. Ну слишком слабенькие они. Ну блин, ну... Клаудио, хорош. Давай, давай, только не подведи меня, радость. Дай. Чтоб тебя. Ну, здесь явно надо Беатриской, наверное. Подожди, хотя мы можем... Ой-ой-ой-ой-ой. 54%. Блин, что ж тогда делать нам? Так, нам еще потом спускаться придется. Вот оно что. Я даже не знаю. Даже и не знаю. Слушайте, очень сложная миссия. Ну что, Беатрис, давай попробуем хотя бы ликвидировать с тобой вот этого испанского солдата. Здоровья очень мало, но либо сливаемся, либо проходим. Другого варианта нету. И что-то мне подсказывает, что сейчас Беатрис у нас сольется здесь. Так, промахнулся, хорошо. Хорошо. Да елки ты палки. Че у тебя так много инициативы-то? Эй, завязывай уже. Блин. Не смогла добить наша Беатрис. Ну ладно, Клаудио, вся надежда на тебя. Давай, милосердие. Вот так вот. А теперь у нас спуск. 68%. О, давай-ка вот так сделаем. Погоди-ка. 95, прыгаем. Ну что же, здесь хотя бы сэкономили. И что же дальше? Ёпарасете, элитный инквизитор. Две штуки. А там уже и Ахеда, раненый, ждет нас. Но я могу сказать одно. Во-первых, мы с вами вряд ли сможем пройти элитных инквизиторов. Это во-первых. А во-вторых, даже если мы пройдем, то Ахеду вряд ли мы сможем завалить. Потому что у нас нет бойцов. Да ёпрасоте, ну как же так? В общем, в любом случае здесь нужна Беатрис. Целенькая, здоровенькая, с фулл ХП. Сейчас, наверное, удар по мне и все, и хана будет, да? Ну, давай попробуем. Ну, это, конечно, бред, ребят. Ну, сами понимаете. Ты посмотри, у них почти по 2000 хп. Как я с ними тут должен... Он сейчас просто отойдет, звезданет своим мечом и... Да, и все. Ну, а Клаудия, она вообще никто. Она не боец. Она элементарный полевой, блин, медик. Сейчас по ней просто сделают удар и все, и она отдуплится. Да, ребята. Не судьба мне пока пройти этот уровень. Ну, что же... По крайней мере, я буду знать, к чему стремиться. Ну, а на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй. И увидимся в следующих новых видосиках. Так что всем пока и удачи вам.
like I'm floating through the air.